Я и сейчас болею за Россию. Да, я также смотрю их игры. В детстве, конечно же, была и мечта играть и за сборную России. Потом так все менялось. Меня там никто не ждал, меня никто не звал туда. И вот мне говорят, не жалеешь, не жалеешь. Я вообще ни капли не жалею. Как можно жалеть? Я играю за свою родину историческую. То, как переживают за меня родственники, которые здесь, то, как они за меня болеют, как гордится отец. Я думаю, что моя семья это того стоило, да.